Цель! Огонь на поражение – это уже финальная фаза операции. Выследить, обнаружить, уничтожить – вроде бы ничего необычного, за исключением одного. На этот раз глазами и ушами стал вот такой робот. Он оснащен камерой видеонаблюдения для фиксации обстановки в режиме 360 градусов и выкладки данных старшему группы. А еще этот малыш по статистике многократно снижает потерю личного состава. Во время полевого выхода, во-первых, мы отработали движение группы с пункта выхода до пункта временной дислокации. Во время пешего марша были отработаны такие элементы, как преодоление водной преграды, постановка временного лагеря на ночь. Потом было отработано уже в пункте временной дислокации поиск и обнаружение условного противника, который находится в укрепленном месте. Полевые выходы проводятся с целью повышения боевой готовности личного состава, а также слаживания, сплочения коллектива, чтобы всегда чувствовали локти, чувство локтя было, чтобы всегда могли оказать помощь своим товарищам. Их готовили практически к ведению полномасштабных военных действий. В программе полевого выхода практически занятия по инженерно-саперной, высотной и тактико-специальной подготовке. Ну и, конечно же, меткость стрельбы в дневное и ночное время. Максим Васильев, телекомпания «Город».